Здравствуйте, дорогие друзья, охотники, стрелки, подписчики. Хочу представить вам краткий обзор винтовочной пули американского производителя Нослер. Линейка баллистик тип Hunting. Калибр 243, 6 мм. Вес 95 грейн, 6,1 грамм. БК 0379. Выпускается производителем в картонных коробках по 50 штук. Легендарная линейка Ballistic Tip, то есть пуля для охоты сугубо. Ее придумали для этого. Имеет баллистический наконечник. У каждого калибра свой цвет наконечника. Вот в данном случае в 243 у нас такой, ну, фиолетовый, я бы так сказал, да, какой-то пурпур. Этот наконечник полимерный, обеспечивает усеченная форма кормы, да, то есть мы здесь видим лодка-хвост, то есть они обеспечивают пуле минимальное аэродинамическое сопротивление. Прекрасные баллистические свойства. Пуля характеризуется контролируемой экспансией с сохранением до 50-60% от массы. Вот. Ну, на самом деле в этом калибре все как бы так субъективно. Все-таки 243 скоростной, поэтому по-разному бывает. Все будет зависеть от того, куда эта пуля попадет. По большому счету, из опыта скажу, что иногда она сохраняет там до 90% своей массы. Вот, поэтому тут как бы это 50-60% это заявка производителя, да, то есть, видимо, в минималке, хотя расписано так, что до 50-60. Ну и пуля в первую очередь предназначена для охоты на среднюю дичь. Вот, то есть в этом калибре, в этом весе, средней дистанции, средняя дичь, как бы, то есть все оно доступно охотнику. Вот, ну, из, опять-таки, особенностей, ну, вот полимерный наконечник, полностью коническая куртка, специальный сердечник, ну, высокотехнологичный, как и все, в принципе, продукты фирмы Нослер из специального сплава свинца. Ну, вот, обеспечивает контролируемое оптимальное расширение, оптимальное удержание веса. Пуля, в принципе, работает в очень широком диапазоне скоростей. Да, то есть у нас по заявке производителя от 550 до 975 метров в секунду. То есть такой диапазон, ну, довольно-таки широкий. Также особенность пули – это более твердая, да, основа. Вот эта донная часть, она более из твердого сплава, так скажем, потолще, и действует как платформа, да, для образования экспансивных грибов. Вот. В общем, прекрасная пуля, рекомендую для охоты. Сейчас вам расскажу, какая длина у этой пули. Двадцать восемь целых шесть десятых миллиметра длина пули. В конце своего видео я прикреплю анимационный ролик от производителя, где будет показано, как эта пуля работает в анимационной форме. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Хороших вам охот, удачных точных стрельб. Берегите себя. До новых встреч! The Nosler Ballistic Tip Hunting Bullet maximizes energy transfer for devastating performance on deer-sized game. Its polymer tip initiates expansion upon impact, while the tapered jacket allows rapid yet controlled expansion for maximum energy transfer and optimum weight retention at all practical velocities. The heavily jacketed solid base prevents deformation during firing and acts as the platform for a large diameter mushroom. Choose Nosler ballistic tip hunting bullets for reliable, consistent performance on deer-sized game.